Да иди ты, а! Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас день котлет! Открывай, показывай. Маша решила сделать котлеты на пару. Одни такие и одни такие. А другие пожарить. Будем сравнивать, да? Это для меня. Что говоришь? Это для меня, это для вас. Маша решила похудеть. Также у нас тут пюрешка. Как поется в песне? Пюрешка с котлетой. С котлетой. Ну, как-то так. Сегодня у нас будет пюрешка с котлетой. На обед готово. Сейчас суп поставлю. Суп грибной у нас готов. Так, получился супчик. К обеду уже готово. Но не наши свиньи. Сейчас кормить их будем. Вася пошел за водой, а я пойду по курочке высадим. У нас сегодня на улицу. Они все ходили, но мы уже загнали, две осталось. Вон, они ходят, похаживают сами по себе. Ну, не пугай. Им надо это, дверь открыть. Ага. Открой им дверь. Ты отойди, они зайдут. О, Петька закукуекал. Петушок. Петушок. Смотри, наш петушок. Вот они, курочки наши ходят. О, что-то тут темно-то. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Мне белое больше нравится. Мы поросят кормим не только одним отрубями одними. Всем, и картошкой, и капустой, и всем. Сейчас их стали кормить попозднее немножко, корми их в 5, сейчас в 6, потому что считает 7 часов, 8 уже. И вот их. Скоро у одного поросенка настанет его пора. Потому что нам пришла одна штуковина, которую вы увидите чуть позже. Даем поросятам 2 ведра. Умка сегодня уже успела побегать, да? С утра выбежала и где-то до обеда бегала. Надо в варежках, потому что ходить. Я не нашел свои. Поросята просят кушать, надо быстрее спешить им. О, уже это. Тут как тут. Ой, они паху помаивают. Высокая стала. Хрюнькают, хрюнькают. Да? Хрюнькают. Вот эта свинья большая. Этот боловкой щелкный. А вон там маленькая. Поменьше свинка. Чамкают. Только больше это мапа в углу, ага. Говорил, что дырку надо побольше вырезать. Они так хорошо пролазят. Пролазят? Нормально. Скоро опять нужно будет убирать тут у них. Ну.
мы им там сено кидаем. Они его съедают. Тут у нас чем вот она стаяла уже. А вот здесь тепло было. Тут вода уже вон какая. Вот так до сих пор. Туда идешь, и там даже еще проваливаешься. Где две подружки под окном? Слушай, вот это перенесу. Хватит, не хватит ее. А ты хочешь эту убрать? Да. Чтоб они запутывались постоянно. А думаешь, они так не будут запутываться? Я подальше ее сделаю. А. Как я тут закрутил так. Ага. Что сейчас стык открутит. Нагребла курицам зернышки. Сейчас пойдем их кормить. Вася вот отделал ее проволоку. И куда ты ее хочешь? Вот сюда вот. Угу. Это что такое там? Зерна? Курицам? Они меня встречают уже, смотри. Бегают за мной, как детки мои. Да, 4, 5. 5 кабачок у нас, да? Какой? Ой, такой ко-ко-ко. Невеста их охраняет. Не, а, нет, это не невеста. Это у него 6 жен. Богатый. В этом году еще добавится. Будем брать красных. Красных возьмем. Потому что мы брали белых. Одинаковое количество, что красных, что белых. Ну, вот красные все выживет. Да, красные все, а белая вот одна осталась. Сейчас они выбегут. Ладно, пойдем. Что? Кушайте. Кушайте, спите, кушайтесь. Закрываем их так. После сейчас по ночам стало холодно. Минус 12-13 ночью. Вот когда тепло было, я их всем не закрывала, сказать. Они утром выходят, сами по себе здесь ходят. А сейчас что-то похолодало так. Но не так, что оно закрывается. Но. Чтобы не упади. Грязно как стало, да, уже? Тут у нас уже все растаяло. Брусчаткой надо? Все. Рассади помидоры. Да. Получилось очень много. Да. Это который второй раз посадили? Второй раз, да, посади. А первый раз вот в баночке только. Да, да. Не взошли. Нет, вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 штучек, которых зашло. Первый раз. И все. А второй раз уже вон сколько зашло. Не. А потом, по-моему, подоконник. Еще перцы заходят. Да. Да? Это? Почему? А это что? Это помидоры еще. А, еще помидоры. Перчики заходят. Видишь, вон заходят. Ладно. Раздадим много, у нас же всего. Надо рожу пересаживать уже. Как шок покупать. Еще. Играть много вредно. Кого? Я в бане говорю. Играет все, сидит. Кошка тоже тяжелится, куда я. Что там у нас температура показывает? 1 градус? 0,1. А в доме 24. Еще. У тебя еще. Помощник твой, видишь, он тебе подсказывает. Еще. Уже большие стоят, смотри. Угу. Эти вырастут, что? Думаешь, это понятно.
Прошлый год я даже посмотрела по записям. Ты записываешь? Да. Что это? 1 марта я сеяла. И они хорошие помидоры были. Угу. Они не свели на окошках, их только высадила, и они потом только свести начали. Посмотрим. Тайна пойми. Куда нам торопиться? У нас еще вон сколько снегу лежит. Молоко! Торопиться же некуда нам. Когда у нас тепло придет? Это все долго. Это как гигант. Красиво.